Манипуляция – это игра на опережение. Умение предугадывать ходы оппонента. Теперь она играет против вас. И предпринимать контрмеры. Как, черт возьми, ей это удалось? Ты просто нечто, Элизабет. Моя работа – побеждать. Для этого я использую все ресурсы. Ты за контроль над оборотом оружия? Нас больше 5 миллионов, и мы вооружены. Она нам очень мешает. Начнем инквизицию. Тебя посадят за неуважение к Конгрессу! Победитель всегда на шаг впереди оппонентов. Пора выключить кое-кого из игры. Слышала слово «уничтожить». Оно значит «превратить в ничто». Это дело важнее, чем моя карьера. Поразительно. Ты вышла за рамки. Оригинально и просто непостижимо. Цель – застать их врасплох и быть готовым ко всему. Опасная игра Слоун. В кино со 2 августа.